Арарауруру, айрарайрарурору. Всем приветики, пистолетики! Вы на канале Две Булги. Это Гартен Бан Бан, шестая часть, четвертый выпуск. Никита в той части не справился, немного глэк. Ну как, справился, но не полностью. Так что, Никита, скажи что-то в свое Да оправдание. подожди, я под юбку ему смотрю. Фу, какой ты мерзкий. Блин, я хочу, чтобы он опять... Здороваться не собираешься или А, как? дратуйте. Дратуйте, всем дратуйте. А это... Я хочу, чтобы он опять автобус мне прямо в монитор запустил. Это, Брат. знаешь, звучит немного, ну, если так, Ой, это... ну, так, давай пошли сюда. Чисто именно глэк. Нам же в середину надо, правильно, я помню? Ну да, ну да. Да-да, слышал, Да-да, да-да. видишь, подпердыш. Не шалуны, а не подпердыши Это твоя называются. шестерка, да, там базарит? Да. Шнырь твоего шныря, я правильно понял? Это моя семерка. Это шнырь твоего шныря. Это моя Манелла. Жена Миллионелла. Да. Эта сумка мне Славик купил. Кольцо с бриллиантами Славик купил. Славик купил, мне Славик Ой, не иди купил. туда, блин. Где твой Глэк Чебурек Во четырехвинтовый, блин? Фледрониус. Где он? О, во. Тихо, тихо, брат. Еду. Опа, давай. Как обычно. Пониже только, да? Он просто, и знаешь, из рода этот, вот этих, как о, дронов, Блин, муфледронов. я бы его вообще на веревочку прицепил бы, просто шел бы с ним, понял, как с зонтиком. Я думал, как шариком надувным. Ну или шариком. Или как с бабой твоей надувной. Помнишь, Да, да, произошло? да, да. Да, как мы с ней Некрасиво шли. тогда как бы получилось, ну... Ну да, она как бы моя, а что-то пользовался не ты, я так и не понял. Да с ней вообще Ваня до этого когда-то встречался. Это же Большерота Манелла, ты что, не знаешь ее? Что ты смотрел? Большерота Манелла, что, не помнишь ее? Нормальная Не, не подруга. знаю, такая. Так, подожди, а у нас синяя карточка есть? Гриффиндор есть? Она фиолетовая. Подожди, а, наверное, тут будет этот Crazy Frog, не? Так Крейзи Фрог убежал, блин, секунд. Так включи свет, иди. Может, там и карточка лежит, понял? А что мы в прошлый раз ее там не нашли? В Тихо. прошлый раз недоступна была. Не за недоступа мне был. О, ну да Это карточка, да. кассета, ну Далее. как? Не понял. А что за... Где беспредел свой? А, нам ж надо было поговорить с этим Чепухом. Битлборгом. Ай, точно, да ё-моё, ты шо гонишь? Не мог раньше вспомнить, блин. Подожди, а если я меня сейчас... Подожди, а если меня сейчас грохнут, я же, наверное, воспроизведусь. Там же? Сейчас тупую не грохнут. Беги, короче, в ту сторону может грохнуть. О, ну ладно. Ну хоть так, слушай, я как-то... А то я бы сейчас, ну реально бы шел вот так вокруг обратно. Так сейчас появишься, понял? Где-то подальше еще. Вообще изначальной точки. Там, где он нам анекдот рассказывал, да, и там ржали эти все пассажиры. Да. А, или автобус. Не, ну ради автобуса я могу еще раз пройти. Так. Вон, Опа. Битлборг иди. О! Так он желтую какую-то дал. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. He gets really just erratic when I call him Ban Ban. Do you know Bang why that bang. is? Bang Ban bang. Ban. Ну чё? Все, бери карточку, иди туда. О, все, благодарствую. Этот чепух пошел уже туда без тебя. Мог раньше сказать. Пока он сказал, что ты спал вообще-то. Да? Ну да, меня там слизняки так что укладывали. По очереди причем. Ну хорошо, что здесь хоть фонари работают. На бочок, да? И пришел не волчок, а слизнячок. Мастер ты, блин. Куннили, блин. Что там по поводу поездки на куникулёре? А что по поводу, куда ты пошел? Все правильно, я иду, не рассказывай мне сказки. А, ну да, точно, я забыл. Ваня, слышал? Да. Где он? Ух ты ё! Нифига, реактивный что ли? Ты видел? Да. Слышь, ты шахет.
Они ему, походу, прокачали эти, блин, моторчики. Ну, 100%. Лопасти поменяли. Лопасть. Кстати, я прилично пробежал, да, после, как, до того, как меня съели. Ну да, по сути, можно было добежать туда. Не, ну добежать вряд ли, но полпути, я думаю, дали бы пробежать. Наверное, да. На полпути. А, слышишь, а там теперь фонари хотя бы горят. А до этого не горели. А, ну да, там было темно. Это типа спон там намек, что может бежи сюда. Бежи. Да я тут не переживаю. То есть красный нас кинул, да? Типа, я вперед прошел. Тут. А как он здесь прошел, мне интересно. Он взял, он же сказал, что у меня было два ключа. Но Бомбан увидел, что ты дрыхнешь, типа. Нет, так два ключа, а его что, слизни не трогают? Откуда я знаю, у него есть в кармане светящийся. Кассету уже третий раз, по-моему, за игру забираю. Все, открывай. Сейчас там, наверное, опять какой-то движ. О-о-о, теплицы, походу, да? О-о-о. Чувствую, сейчас мы тут зависнем. Чувствую я. О, тень так отдает от вафли дрона, ты видел? Ну. Ладно. Как говорится, не будем спешить. Открывай! Новый год. Может, по кнопкам надо? Они должны светиться зеленым. Так тут свет, блин, переливается. Да надо найти этого красного глэка, он где-то тут валяется. Так, тут нету его. Красного глэка. Винегретный, где он? Опа, подожди, что -то. О, записка. А, так. Нахрен они оставляют их постоянно, неинтересно. Ну как, неинтересно. Как интересно, только наоборот. Все, я у тебя услышал. Благодарю. Знаешь что, засунь свое благодарю. Так, оно. Ну это кидалось. Не, вон валяется. Лежит. А, карточка. Зеленая. Зеленая. Где-то, наверное, активировать. А, вон там, вон, да. А как я тут запрыгну? А, мне подожди, потому что не зеленая. Она какая-то фиолетовая, чекает. Так может переливается. Как мне нравятся эти задания. Ну сейчас, подожди, давай подойдем, может, двери что-то активируется. Там поговори с Битлджузом и так далее. Мая джуси, на джуси, мая туси, на туси, куси, куси, матуси, мама, потуси, капуси, качи, капуси, качи. О? Какие кусты, наверное, тупо сделаны из чего? Вообще синяя, да, по-моему? И... Думаешь, пол... почти. А что почти? Как туда добраться? Это не то, походу, что-то. Да ты шо? А, говорил, не то. А, дверь открыла? Нет. А, вон кнопка загорелась. Ну, хоть не на время. Ну, подожди, подожди. Что, не бахнул? Я, он... А, он в сосну влупился. Ты шо, травишь или шо? Алло, блин. Ты шо, блин? Так, а, вон загорелось. Вон загорелось. Да, вот я... сразу этого глэка сюда, сразу пригонять, видишь? Вот он тут, в серединке. О, подожди, а тут вообще опасненько. Да достанешь. Я тебе сказал. Вон, вон кнопка. Давай так, на всякий случай. Где он? Ты шо? Да как так-то? Вот он дурбелок, я тебе говорю. За что мы его кормим вообще? Вот эта кнопка загорелась на этой территории. А, тут вот, думаю. Да, да. Ну пусть радуется, что я в халве любил прыгать. Да ты только играл в нее, чтобы попрыгать. Не, я играл, потому что в другой не мог выиграть. Ого, встреча. И остановится.
Короче, у него тормоз. Какая же он тварь, я тебе говорю. Вот тот, последний. Да, да, да. Блин, это просто, чтобы калитку открыть. Ну, такое себе, да. Ну, ты знаешь, вот в этот раз хоть получилось. Да. Да подожди, это же еще не этот. Что калитку открыть, это ж не конец. Калитку открыть. Это не приговор, да, Слай? Да. Там, может, ворота какие-то эти, не открываются? Боковые, то что тут, маленькие. Я думаю, отсюда мы потом убегать будем, как обычно. Хороший план. Хороший план для отступления. Хороший план, Олег. Но я не Олег. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я хочу... Вон зачем зеленая. Я хочу заказать пиццу. Погнали. Что легко открылись. Доводчики, что ли? Смазанные, походу. Смазанные. Мы с тобой, походу, смазанные. Накрашенные и смазанные. Помазанные. О. О-о-о-о. Что это за глэки? А, это... они живые? Кто ваш батя? Признавайтесь. Надо им операцию сделать. Да, походу. He has more arms than you. More than us as well, obviously. А, это медузы, что ли? Медузы. Ну, типа, они говорят, у него много рук. Ну, это... О. Типа чупс. А, надо собрать 8 у лалипапсов. Лалипап, лалипапу, лали-лалипап, лалипап. Бля, я помню, они вечно в каверзных таких местах их прячут. О. Так, это 3, да? Ну, когда ты найдешь нужное, она покажет. Да, покажет. Вон, вон еще один. 4. 5. 6. 7. Я так и знал, что он там. Да, с другой стороны подойди. Что, умный, да? Ну, поумнее некоторых. Ну, я вижу. А сейчас будет прикол. А, нет, тут быстро. Помню, самые первые серии надо было птице, как его, яйца в пасть запихнуть. Он так это долго делал. Не понял. Speed limit, Слай. Что значит? Ну, лимит по скорости. О. Ты ёпарасте. Ну, опа. Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. В смысле? На меня же курица жопой приземлилась и убила ее. Как-то немного подробности объяснить хотя бы. Говорит, сиди посередине, я ж так в середине. Хоть немного, как бы, ну хоть чуть-чуть. Да не совсем. Это сиди посередине. Где середина? О. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get. А вон она. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. А, надо найти. Короче, надо шуметь, пока, чтобы он отвлекся, и пока он отвлекся, и ты бегаешь по палаткам и собираешь там эти батареи или что-то типа такого. А как шуметь? Вот этими. Ну ты вышел с круга, понял. А как мне не выходить из круга? Наверное, вот эту херню толкнуть, она поедет, он отвлечется. А чё же она не поехала, она сняла с него шляпу? Не знаю. А может, надо было не снимать? Шляпу сними, косарь отвали.
Шапку нашел, Сай? Нет. Блин, это не важно, что. Так вон он снимает с него просто. Неполный. Неполный привод. Не хватает еще двух колес. Так, а я что-то не могу как-то, да, скорость. Стой, что написано на полу? Вот, вот тут, вот тут. Вот, вот. Go back to Safety и meditate. Скорее всего, когда ты услышишь, что она крикнула, она летит или что-то типа такого. Может, действительно выбежал, забежал обратно, понял? Да не, он видит, наверное. Не, ну это нереально. Мы туда с щитками... Очередная загадка для нас. Мы ее хоть сами разгадываем, спасибо на это. Ну, знаешь, они так объясняют немного туго. Или мы понимаем. Либо мы тугие. Мы, скорее всего, тугие. А подожди, может, по флидронам? О. Не? Не. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. О! And then make a run for it while it is distracted. Я должен был успеть, прикинь. Ты что водишь? Сволота, блин, я же не успеваю. Да ё-моё! Ну почти, почти получилось. Я там запнулся, можно сказать. Так а что, и соберем мы их. Надо будет типа собрать потом на этого клоуна. А, может он на него нацепит, толкнет, он будет шуметь. И мы за это время должны будем собрать эти батареи. Ё-моё, еще одно очередное движение. Я... Мне уже в душ надо заново идти, походу. Давай, давай, давай. Опс, успел, красавчик, в натуре ты можешь. Опс, 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 успел. А, вот, видишь? А-а-а, не полный, понял. А теперь полный. Так он шумит? Не понял. Я не понимаю. Ты же... Что он говорит? Только к светящимся палатками, не иди в темные палатки. Че, беги обратно. Не успел, надо брать батарею и бежать обратно, походу. Интересно, она сохранилась? Или придется заново собирать? Так ты прикинь, походу придется заново вообще в общем все собирать. Каждый раз. Так это вот этот мутант, который вылез с бочки, когда мы кенгуреллу эту замочили. Да, да. Ну как замочили? Мы ее не мочили. В принципе. Quick, stay in the middle where it can't reach you. Угу. I was about to set up a trap for that thing. Now we gotta get you out. Как так? Да. Чисто шатален, Максимка. Знаешь такого? Кистома пипл. Кистома пипл. Quick, stay in the middle where it can't reach you. О, он завтыкал. Хе, красавчик, спасибо, что завтыкал. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. Еще раз надо. And then make a run for it while it is distracted. Bird up. Head to the lit tents. Я успею в две палатки одновременно? Нет, с этой дверью между двумя палатками должна быть недоступна для него. Ты не успеешь. Ты же заново сейчас будешь собирать.
А. Говорил же, не успел. А я что-то подумал, что... Подожди, а это шняга где? Ну, я не знаю, вернешься обратно. Ай, ё-моё. Ну, слушай, в прошлый раз сколько, с какого раза получилось? Я думаю, до десятки, да? Не знаю, сколько. А может, больше... Нет, а больше 10 в раз. Я бы мозгами чёрт. Вот это хитрозады, да? Чисто уже нашарил, понял? Вначале это не, это нереально. Я не толкнул его, блин. Каждый раз нажатие это какой-то ужас. А беги. Так, главное эту забрать и быстро вернуть. К освещенным палаткам. Потом... А тут всего два этих. Но они, может, засветятся потом. А, понял. А что это было? Прикольно. А где эта байда? Так вот именно. А, может по тени он не увидит? Походу надо батареи. Было две батареи, слышишь, надымать это. За раз-то не, это нереально. Сколько раз я здесь это слышал, да, Слай? Да не, ну это реально нереально. А где ж тогда этот маленький? Да он его забрал, походу. А может, это надо было туда берет. Побежать, потом туда, остаться там, а потом убежать? Ну, видишь, там канистра еще просто лежит. А там батареи а нету. Может, там две было? Короче, решил его то я просто... развести и попробовать. Но ну, тут да. Непонятно, честно говоря. Походу, надо одновременно бежать. Или сидеть в палатке. Ну тоже, а что прикол сидеть в палатке? Или это баг? Да не, вряд ли. Тут что-то... Не баг, как обычно. Так, держись, чтобы он не смог. Я собираюсь строить ловушку для этой твари, но теперь мы должны тебя вытащить. Да я не... Не знаю. Это просто меня больше кумарит то, что я нажимаю на эту долбаную Е, но он не успевает, ну... Не то, что он не успевает, там чуть-чуть влево отправил или вправо. Мимо то, что надо нажать. Все, она не включается, блин. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. В палатках по углам. Нужно делать можно больше шума и потом убежать, пока он отвлечен. Видишь, получается, надо успеть и так, и так. Да это нереально, ну что. Вон палатка светится с правой стороны, может сразу туда побежи. Now, head to the lit tents. А тут ее и нету. All that area between those two tents should be out of its reach. Не стоит отвлекаться, что издеваешься, что ли? Значит, батарея где-то в другом месте. Все, хана мне, да? Ну да. То есть батарея только в одном месте. А может надо было встать, напрыгнуть на эту фигню, да, и... Типа подняться. А что толку? Не знаю. Ну видишь, там пока не стоит отвлекаться. Ты, может, не сработало что-то? Что за дебилизм, да? Исполнение.
Было бы какая-то логическая херня еще, ладно. Ну, потому что ничего логического нет. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make one for it while it is distracted. Now. Мне нравится здесь, что я хотя бы могу как. О, подожди, может сзади палатки батарея? Да не. Он вообще изначально говорит в палатках по углам. Постой, ёб твою мать. Видишь, ты чуть-чуть зашел за палатку, чуть-чуть больше времени потратил, и все. Ну да. Ну то есть это нереально никак сразу в две попасть. Может, то есть там четко рассчитано, что ты добежал и обратно, и все. Может, надо не туда? Но он сам сказал, надо там, где светится, правильно? Ну да, но он нужна батарея. Видел, я вообще тут тупо схалявил жестко. Да, да, да. Схалявил. Ну такое чисто. Так он понял, он... А ты знаешь, что просто происходит в этот момент, когда вот тухнет все? Эта птица летит и жопой садится на меня. И все, и у меня все тухнет. И ты попадаешь в самую дырочку. Вальхалла. Вальхалла! Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you. Да ты что, я же внутри был, алло. Алло, не добежал. Полбу не дало. Не дало, да, блин. Не добежал еще, Слай. Да. Рахитыч. Дебилыч, я, блин, какой-то. Блин, это типа что, это какая-то вообще игра, интересно. Ну это ж хоррор. Stay in the middle where it can't reach you. I was about такое, я не знаю, хоррор или что-то. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. And then make a run for it while this твою мать! Ты чё ж такое? Я спешу, я начинаю нервничать и спешу. У меня не получается ничего. Я спешу и найду. Я найду и спешу. Да никакие, аккуратно все делай, да и все. Да ладно, а до батареи мы-то уже одну надыбали, как до второй палатки. Ну не знаю, возвращаемся обратно, становимся. А запрыгнуть ты не сможешь, наверное, мне кажется. Бедная моя клавиатура, я на нее так смотрю, а она мне уже, как знаешь, каким-то врагом кажется. Хочется так ей втащить, блин. А кнопки уже вдавлены в другую сторону. Да, я перевернул уже, играю на другой стороне. Как по этот, Simple, как его, Puppet Squish, блин. Puppet Squish. Simple Dipple, Puppet Squish. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Now, head to the lit tents. К освещенным палаткам. Вся территория между двумя палатками должна быть недоступна для него. А как? Подожди. Что он, ты хотел сделать? Так он говорит, палатка, территория между палатками, но ему недоступна. Что это значит? Должна быть недоступна ему. Ну. Должна быть. Но не, ну, то есть это ты должен сделать, чтобы она ему была недоступна. Твою мать. Зачем ты побежал в ту сторону? Ну ты лайк, конечно. Что? Это чисто глэк именно. Да ладно, сейчас быстро это. Мы что, теорию проверяем? Now! Something now, пам! Я успеваю хоть? Сейчас узнаем. А, вроде успел.
Ну, нифига. А, подожди. Что? Думаешь, что он этот? Рогатыч? Блин. А что ты... Я просто думал, может он бахнется об столб и сдохнет. Ну что он оттуда дынкнуло, и что дальше? Ну, хоть бы сохранилось. А может, можно снять батарею? Не, нельзя. Может идти по тени и это и отстал. Да я ж пробовал. Так я шел по тени, и ничего. А, да, ты шел? Я не видел. Блин, ну, это что риск. За прикол? Блин, может тут что-то на деревьях? А где твой Гудроныч, блин? Go back to... А ну, переведи эту тему, Слай. А где Гудроныч? Ты он Гудроныч не прилетает? Не-не. И он не вызывается, ничего. Ну, а ну убери свой пульт, блин. Я ж не вижу полностью, что написано. Ну, типа написано, что когда ты слышишь звук ее, то типа иди в безопасность немедленно. Блин, да что за прикол? И как нам попасть? Да я туда не успею. Да, конечно, нет. Ты бы помог хоть. Кал-калыч, блин. Да не, я думаю, что это не имеет значения, тихо ты идешь или не тихо. Я тогда не знаю. У меня нет идей. Оно что-то пимкнуло, но... Ну да. Толку от этого, как бы... Просто я думал, появится обратно этот шляпа и придется заново собирать. Это было бы логично, но... Может, задолбаю его так? Да, вряд ли. Блин, ну он, что интересно, он что сказал? Живо беги в палатки, где со светом. Ну вот, он просто понимает, что это вот... Я имею в виду, ну он типа сказал, что сразу и в ту, что ли? Ну, в ну, палатки. Ты я вот за что и говорю. Ну а как? И сразу и в ту, и в ту. Ну значит, должен успеть как-то. Сейчас будем пробовать. Ну просто бегать вокруг от этой фигни вообще тупизм. Ну да. Ну... В три точки, наверное, нереально попасть, мне что-то кажется. Может, мы с этим Думаешь, манекеном чисто... что-то неправильно делаем? Чисто в палатке остаться. Да фиг его знает. Может, игра глючит из-за того, что я вот это сейчас так быстро делаю? А вряд ли. Блин, там бежал нормально было. Ты шо? Вот это одна кнопка осталась. Это, ну, мне кажется, это специально тут растянули вот так вот. Потому что, грубо говоря, если бы они дали бы два манекена с этими дудками, то было бы по-другому все. Дудка, блин, и трубник. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Now, head to the lit tents. Стой, смотри. Стой, вон под забором идти, под забор, под забором, вот. Только зайди за линию, наверное. Или может на линии. Понял. Он имел в виду, да, от палатки до палатки недоступно, понял?
Бочку на... А, наверное, шум бочкой, наверное. Да-да-да, толкай ее, короче, пока этот гусь не полетит. Все-все-все, не трожь. А что там вокруг, пускай, видишь, разбросано? Пускай полетит. Да-да. Но нам надо сейчас, наверное, у той бежать брать. Все, беги-беги-беги, быстро. Та, что ты стоишь, блин? Это перчатки? Да, бери. А, вот, кстати, этот старебук стоит. Я имею в виду, вот он. Вернул я его, да, понял? Да, вижу. Ты что орёшь на меня? Ой-ой-ой! Блях, от сандалика, ё-моё! Не, ну хоть знаем уже, что делать. А я тогда, помнишь, побежал? Зачем ты побежал, так блин? Так ты как Глэк побежал, ж неправильно все равно. Ну какая разница, моя идея это была более чем разумна. Ни капли разумности не ни взял. Капли в рот не сантим. Да. Все, мы сейчас научимся. Это, блин, постоянно на меня садится с жопой, я уйду. Ты шо? Блин, после такого забухать можно, захочется, наверное, только. Мистер Дабик. Quick, stay in the middle where it can't reach you. Думаешь, они для этого создали эту игру? Что? Чтоб куриным... А чтоб ты после этого забухать захотел? Да ё-моё! А, не, успел. Бёр-ап! Из-за теней эту стрелку увидеть реально вообще очень тяжело. Ну да, ее почти видно не было. Считай, газон-то по сути зеленый, да, и черная стрела должна видно хорошо быть. Ну, если бы сделали какую-то светлую, то было бы еще лучше. Зеленую бы еще сделали, че бы не. Да, кстати. Так, и обратно, да, мы бежим? Да, на момент. Интересно, батарейку надо будет втыкнуть? Не имеет, думаю, значения. Думаю, не надо, она будет мешать. I don't think it'll fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Быстро. Оп. Красавчик в натуре. Так, а куда теперь бежать? Ну, в те другие, ну, наверное, сейчас засветится. Может, там только же, видишь, бочка там, там стоит? Там бочка, ну не в бочку нам надо там, где нема бочки. Так там в зависимости, значит... может быть, по той стороне тоже нельзя ходить? А, или там есть стрелка? Куда ходить? Нам не туда надо, нам сзади палатка, сзади тебя прям. Какая? А не, значит, туда. Ты что, на пайме? Просто смотри. Я думаю, быть... что нам надо вот в эту. Нет, не в эту. Вот ту? Нет, а в эту. Там, где батарея в первую очередь, бочка во вторую очередь. Но это если с учетом того, что нам можно будет ходить сзади этих палаток. Ну, я думаю, а если можно... нельзя, то там надо будет по-любому побежать туда, отвлечь его бочкой, побежать туда. Не, ты уже выдумываешь. О, видишь, загорелось. А, ну, в принципе, да, там батарея. Бери. Ух ты, я сейчас тень увидел, обосрал. А не, можно все-таки, как ты и говорил. Дырнище. Может, ты. Может, и я, откуда я знаю. Все, ну, интересно, что он с ним делает? Что он потом обратно его возвращает? Кого? Ну, манекена этого. А, ну да, ставит на место такое, чисто, культурный. Ты тебя уже волновать не должно. Разработчики так придумали. Готовься давать по старту. Ready, steady, давай. Беги. Конечно, беги. Я прям как беги.
Я много падал. Все? Падал, беги. Заставь птицу нырнуть еще раз. Ох ты шо, вот это красота. Что за салюты? Где его? Все, я его жарить пошел, Слай. Буквально во всех смыслах. Как обычно. Не мешай. Кто мы? Кто мы? То есть я и Славик, мы справились. Убираемся отсюда. Оставайся на месте, короче, говорит. Да пошел он на месте. А он... О, а, у... дверь открылась, все, пошли. Фига себе дверь. Ну, натуре. Тупо колонны какие-то. Бронированная, блин. Сколько трехслойным... Вам дверь 3 миллиметра ставили или сколько? 500 метров. Ну, давай еще тут что-то нам придумай. Там нажми, потом там нажми. Ну да, ну да. О, конечно, дискотека. Дискотеку. Смачно. Я хорошо, что я это увидел. Вот ее, походу, завалило. Да не, брось ты что. Это ж пенопласт. О! Маленький. Кудлат! Куда? Да нафиг он нам нужен. Ты видел Кудлат? Раньше выйти не мог. Там, мне кажется, это он и делает всю эту движуху. Let me see if I can open that exit for you. Что он говорит? Он будет искать выключатель там, где он находится, а ты будешь искать там, где он находится. Но сейчас он попытается открыть эту дверь. Опа. Брат, что с руками? Что-то твое лицо доверия не внушает. Тебе не кажется? Ну хоть и рук у тебя нет. See? I told you nothing bad would happen. Что ты, блин, мелешь, Вась? А, что, буквально ничего не будет? Что-то я ему не верю. Ну, вообще, да. Что-то его голос ехидный. Доверия ноль, Вася, понял? Что ожидается тут что-то, блин? Да, сейчас этот Равлик-Павлик меня точно... Птица на меня уже сегодня наприсаживалась. Надо оранжевая карточка. Не-не-не, дядя. Шо а так? Где этот Глэк роботизированный? Что это значит? Ну что, значит то, что продолжим в следующий раз надеть, наверное, да? Ну да. Бо, это все. Габельский. Я так смотрю, да, что это надолго. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокольчик и пишем комментарии. Ну а мы завязываем с этим. Всем покидосики. Дерьмом. Всем пока.